это даже не будет ударом. Я не бью удар, я не выкидываю кулак. Я дергаю плечами, но на дальней дистанции. Так. И второй. Вот как, да, как вариант? То есть какое движение? И вперед. Остановил как бы себя, да? Но опасное такое движение. Потому что он взял и не назад сделал движение, а такой он, юноша, как дал мне во встречу. Ну, как вариант, да? Или наоборот, так сильно испугался, что сделал мне, взял и под руку меня ударил. Да, вот на мое дергание взял и под руку левым ударил. О! А я тут дергать собрался. Но я уже влез на среднюю дистанцию, он взял и ударил меня. Поэтому вот это продольное выдергивание я могу делать через разгон себя. То есть разгоняю свою массу. А вот теперь ударил. Да, раз, да? Ответил он мне здесь. Даже если он на моем вот это ответил, то я-то туда все равно ногой иду. Он все равно опаздывает немножко. Это продольное действие, да? В челноке оно работает точно так же. То есть какое движение? То есть я раз, два, раз, разгоняю себя более сильно. И два остальных движения идут по этажам. То есть каким образом? Я тяну за собой человека. Либо вниз. Видите, и он взял, присел. Ты же не специально сделал. Оп, ну сгруппировался. И в этот момент вот это его напряжение уже дополнительно опаздывание. Он все равно чуть напрягся. То есть я еще вдвойне опережаю его. Он даже не знает, что я буду делать. Нога у меня вниз и вверх пошла. И могу даже на месте. Та-та-та. Плечами прям бросил себя вниз, плечами. И вверх что? Вверх и нога. А сам остался здесь, вот ногой достал. То есть здесь очень важна подборка самой дальней дистанции. Чтобы у вас был выход только одной ноги. Было достаточно. Это шаговое движение, да? Вверх, вниз. Вот тут разогнался, я не жду его ответа. Вы все равно будете защищены ударом. Если пойдет корректно. Плечо, кулак. Либо делается вверх, вниз. Тот же самый разгон. А, ну и в челноке как это делать? То же самое в челноке здесь. Здесь мягко, 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 мягко. Выброс. Вверх, вниз, вверх и вперед. То есть я делаю движение вниз на дальней дистанции. Я именно разгоняю этим себя. И вверх. Вверх и вперед. И то же самое происходит, когда я делаю обратный этаж. То есть вверх и вниз. Плечами предстой прям. Выталкивайся носочками. Наклонился прям, ребят. То есть я себя разгоняю. Его пугаю, а себя разгоняю. Вверх и падая вниз, подпрыгивая. Наклон, где фактически, смотрите, я на локоть наклонился. Максимальное движение, которое смог сделать с выходом передней руки, ноги. Ну, здесь продолжение массы движений. Хорошо? Сейчас вы на месте попробуете меня разогнать себя. Какими? На месте. Без ног. Плечики. Не ногами вниз, а именно бросаю плечи. Вот эта ваша группировка, она вам позволяет это сделать. Прямо вот здесь вытолкнуться носочками. И наоборот. Вверх. Вверх как бы немножко вперед. Напугать. Напугать противника. Вот это движение. Обеими плечами. Попробовали, пожалуйста. Приготовились. На месте. Друг против друга встали.